Добрый день, с вами на связи из Минска Эдуард Козлов, студия ВСП Дизайн. И сейчас я вам расскажу пару слов о мастер-классе Ивана Севастьянова «Интернет-маркетинг без воды». Для этого как раз выбрали подходящее место, где воды очень много. Именно так, чтобы вы могли понять, что здесь вода есть, а там воды нет. Итак, кому этот курс может быть полезен? Во-первых, этот курс полезен обычным оптимизаторам, которые работают либо со своими сайтами, либо с клиентскими проектами, у которых буквально там 5-10 клиентских проектов, которые они ведут самостоятельно, без использования ресурсов крупных компаний. Они получат пошаговые алгоритмы работы, они получат интересные темы, интересные кейсы, и самое ценное, они получат общение в тусовке таких же людей, какими они сами являются. То есть это очень ценно, потому что сейчас валом форумов, где просто идет какая-то непонятная вода, люди не рассказывают свои реальные эксперименты, они просто льют воду. Здесь этого нету, здесь это все гораздо интереснее происходит. Этот курс также может быть полезен владельцам компаний, либо руководителям SEO-подразделений, потому что в этом курсе даются пошаговые руководства для сотрудников. И эти вот чек-листы, которые даются на занятиях, очень легко превратить в пошаговое руководство для сотрудника, чтобы человек знал, что делать, а руководитель мог его контролировать. Ну, пока, наверное, на этом все. Закругляемся. Спасибо за внимание.